Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сирене из Гатчины. Эта игра называется My Friendly Neighborhood. Мои дружелюбные соседи. Инди-хоррор. Играю на ПК с DualShock 4. Так. Синхронизация, поле зрения, тени. Тени средние, текстуры не знаю. Умеренная, высокая. Пусть будет высокая, посмотрю, будет тормозить или нет. Сглаживание, объемный свет, какая-то выдержка. Свечение, зернистость, аудио. Куклы, будут куклы. Чувствительность, тряска, субтитры, качание оружия, управление. Это, походу, мы разберемся. Да, будет туториал, есть русский язык. Новая игра. Я проверил, что она работает, поэтому у меня время 0-0 наиграно. Ну да, хочу переиграть, потому что я не видел никакой игры то вообще. Saw something, felt something, maybe. It was more real than reality. I felt like I was lost, walking through this dark tunnel, and the ground beneath me stretched on for an eternity. Felt like I was dying. He swerved out of his lane, striking a passenger van that started a pileup, killing 7. In weather, we'll all be sad to see another band of thunderstorms heading toward the city tomorrow night. I just had this insane sense of emptiness and terror, and I just... I don't care who she sees. We're not even married anymore. She can see whoever she wants. So, Ashley, what did you do to end up solving the problem? I ignored it. Tried to forget. I watched television. And that helped? It dulls the pain. You can escape reality, live through other people, ignoring your own life, your own problems, your own issues. Предлагается выбрать сложность. Норма выживания будет непросто. Кто привык к хоррорам на выживание? Я привык вообще-то, но я, поскольку с игрой знакомлюсь, и вообще не знаю, буду я ее проходить или полчасика в ней проведу. Я okay. Выберу норму. Last job of the day. What's this one about? Заказ наряд. Эксплуатационная компания «Шестеренка». Городская вещательная сеть, 93-й год, Гордон О'Брайен. Прошлой ночью на неиспользуемой площадке самопроизвольно возобновилось вещание, которое перекрывает основную трансляцию сети. Клиент просит отключить антенну на крыше центрального отеля, чтобы подобные инциденты впредь не повторялись. Сотрудник О'Брайен находится на испытательном сроке по причине несоблюдения стандартов компании.
при общении с клиентами. В случае неудовлетворительного исполнения данного наряда трудовой договор с сотрудником будет разорван. Взять записку. Нажми. Что-то нажми. Выйти из грузовика. А, тут можно вертеть как бы камерой. Проверить. Got that in the war. Last time I stick my neck out for someone. Бывший ветеран. Открыть шоколадный батончик. Нажать. Ну это так. Oh, I'm not eating that. That's been there for days. Выйти из грузовика. Disable the antenna. The last job of the day is always the worst. Почему он так близко? Как будто он вообще карлик. Как будто. Странно очень. Так, что по кнопкам? Ну-ка проверим. Или еще не было туториала, поэтому знать рано. Так, посматриваюсь, что вообще происходит. Фиолетовое небо. Сюда. Я хочу просто посмотреть, куда можно вообще. Хоррор на выживание. Заперт считыватель пропусков. Все такое сюрреалистичное, мультяшное. Значит, в ту дверь-крутилку. There's an elevator. Maybe it still works. This glue? Ой, что это было? Есть возможность повернуться на 180. Купить сладости. Нет жетонов. Ring me. Okay. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hello. I'm here to disconnect the antenna. Television's heartbeat has returned. A spirit of cheer brightens every child's eye. The cry goes round the kindergarten class. The neighborhood. The neighborhood. Okay. I'm here to disconnect the I am Ricky the Sock. Your television will never be the same. Hold on. Did you say disconnect the antenna? Yes. Oh my, no. You mustn't do that. That would be a catastrophe. It's broadcasting over the news. The news? No, trust me. The antenna is just fine as it is. Doesn't need any disconnecting. Tell you what, you wait here, and I'll... and I'll, I'll get you some... Что That wasn't pleasant. I'm gonna take a sec. Нормально. Okay then. В общем, это не хоррор такой в прямом понимании. Это стёбный хоррор. Что произошло?
That was... special. Да уж. А что он мне дал? Какую-то ключ-карту? Кажется, сюда можно что-то поместить. Не совсем ясно, как вот я осматриваю. Как мне не просто не на 180 повернуться, а? А, нажать треугольник на DualShock'е, понятно. А если кружок, то поворот сразу происходит. Сюда нельзя. Заперто с другой стороны. А что он мне все-таки дал? Если я нажму Options, а почему так сразу вылетает? А, есть карта. Ух ты, господи, отели, офисы, сцены. Почему мне не попасть в эту менюшку? Происходит какая-то ерунда? Или пока не думать просто об этом? Hey, who's that? Печатная машинка. Осмотреть. 68-й год, 9 ноября. Новые соседи на телевидении. Рецензия на шоу. На этой неделе в эфир вышло шоу My Friendly Neighborhood, новинка городской вещательной сети, нацеленная на дошкольников. Незамысловатый сюжет повествует о дружелюбном квартале кукол, который вместе со взрослыми вроде Стиви в исполнении Ричи Брома учит юных зрителей цифрам, азбуке и тому, как быть дружелюбным соседом. О дружелюбии тут вообще толкуют очень часто, в основном в контексте классических сентенций. Взаимовыручки и щедрости. Конечно, взрослым зрителям все это покажется банальным, но дети соседей полюбили сразу. Каждое слово этих забавных, тряпичных существ они ловят с таким обожанием, которое редко увидишь среди аудитории постарше. Прежде шоу выходило на независимом канале под названием «Ricky and Friends», но недавно его создатель Эл Герцвальд подписал контракт с городской вещательной сетью, так что теперь съемочная площадка переехала на знаменитую студию в отеле городской сети, что на западной стороне. Переход в высшую вещательную сеть совпал с... далее неразборчиво. Мистик Мейз. Ой, а что ж сразу это ломиться-то в дверь открытую? Что за нахрен? The heck is going on here? Куклы с ума посходили.
подгрузка между двумя комнатами, конечно, не очень серьезно. Было бы что грузить-то. Помещения простецкие. I'm a craft monster! You give me a task, and I'll give you a craft! I like to start with pipe cleaners to give myself something to make shapes out of. I'll make triangles and squares and circles and patch them all together. Then the fun part starts. Take your closest friend and separate all of their parts into little piles based on... I'm here to educate the children! I want to make new friends! New friends sound very... Так, блин. No hugs! А что я могу сделать-то, господи? Я как я противостоять им могу? Они меня хватают. То есть это и есть враги, куклы. Hey, y'all! I'm Norman! I'm a really normal guy! I just kinda... Блин. Maybe I can find the key. Sometimes I get What's this shape all about? To recite too. Let me show you. Понятно. К этому чудику не подходить. Let me do another. Надеюсь, что не заметит. Yay. Ну, как-то обойти тоже. И главное, нет никакого туториала. У меня была проставлена опция в самом начале, что туториал, пожалуйста, показывайте. Спрыгнуть, а перепрыгнуть. Смотреть, монетка, что ли? Take your closest friend and separate all of their parts into little piles based on color. Ага, есть инвентарь. А если нажать на треугольник, он появляется. Есть ячейки, жетон, пропуск, медальон, батончик. А батончик можно было, наверное, съесть, чтобы подлечиться. Как Краста, например, почему не учат? Самому приходится до всего дорубать. Так, сценарий 16 эпизода. Главная улица. Дружелюбные соседи устроили уличный базар. Все выстроились у витрины антикварного магазинчика Ленардо и примеряют чудесные серьги. Появляются перлы, видят серьги, влезает в очередь, толкнув Лилианну. Начинается столпотворение. Остается с камень. Так, подход. Так поступать нехорошо. Перл застенчиво глядит на остальных, которые уставились на нее с неодобрением и сжимаются от стыда. Перл, толкаться нельзя, даже если тебе что-то очень нужно. Дружелюбные люди прежде всего думают о других, ясно? Перл робко качает головой. Но, может быть, так будет понятнее. Песня. Всегда думай о других, позаботься о других, помощь предложи. И тогда счастливее станет наша жизнь. А где мои записки, которые я подбираю, чтобы почитать их? Смотреть. Магазин. Там что-то показали, но я пропустил. Бодрящий напиток. В общем, я так понимаю, надо будет выживать в этом мирке. Поиграю еще. Не, до конца это проходить я уже понял, что не хочу. Но какое-то время в игре еще проведу, тем не менее. Вот эти подгрузки, конечно, это что-то. Заперто.
Ага, можно драться разводным ключом. А... Нет. Это, наверное, для того, чтобы удары врагам наносить. Lunch is my favorite meal of the day. Можно порепетировать вот на этом, товарищи. What sorts of things do I eat? Well, I'm... No cops! Oh, jeez. А чё это он меня? Stay back! You need a preference! Повалив врага, можете его обмотать изолентой. Посмотреть на врага, нажать... Надо что-нибудь сожрать, типа... Значит, ключ гаечный бесконечный. Ну зачем же с подгрузками так лечить? А, за жетончик. Как мило. Инструменты. А, здесь можно оставлять предметы набранные. Деньги. Взял карту. Нажать, чтобы открыть карту. О, господи. Блин, подгрузки не в тему. Так, понял. Да я хотел подойти и вдарить ему. А получилось, что я прошел сквозь. Scribe. Ну вот это уже интересненько. There you are. Now don't toddle off again. I've got some snackaroos waiting back in the lobby. Hey, what's going on here? Your puppet friends are attacking me. Oh, are they? How embarrassing. By the way, what's your name? What? Your name? Your moniker, your handle, your nom de plume? It's Gordon. Gordon? What a beautiful name! I could say it all day! Gordon! 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 Is this a gun? Does it work? Oh my, that's where I left that. I was looking for it all over the place! Ugh, fine. If you're gonna go gallivanting all over the place, then at least watch out for Pearl. Pearl? You know, the enormous bird that crushes people. Don't get on her bad side, is all I'm... What was that? Okay, let's do this. Блин, как это действует вообще? Learn your alphabet, huh? А мне нечем вас приклеивать. Восстанавливать здоровье. Но не полностью. Так.
Здесь заперто. Как менять оружие-то на ходу с одного на другое? А вот записки, где или это... Ты на крестовине нажал вверх. Что-то выползло. Ага, вот записки. Можно переключаться. То есть убить совсем нельзя. Куклу можно повалить, а потом надо приклеить, чтобы больше не мешало. Так, что она тут охраняла вообще? Блин, да не хотел я. Не хочу патроны тратить впустую. Так и будет напевать связанный. Ну, в общем и целом концепция понятна. Возможно, будет интересно. Возможно, появятся элементы метроидования. Доступ в секции, который сейчас закрыт. Возможно, будут интересные боссы. Та же птица, о которой упомянули. Но что-то как-то меня не особо это все цепляет. Наконец-то эта штука заработала, получилась на загляденье. Думаю, назову ее буквометом, потому что она выстреливает буквами из картотеки. Звучит не очень грозно, но если попасть по голове, мало не покажется. Сгодится для самозащиты, спецэффектов и веселья ради.